Привет. Да, все в порядке. Вылетаем скоро. Я пришла к вам только из-за Миши. Он считает, что у меня серьезные проблемы. Мария очень красивая девушка. Работает на частных рейсах. Я даже боюсь предположить, что там с ней в самолете делают. У нас дочь подросток. Он тебя любит и верит ему, а ты его обманываешь. Я тоже очень люблю папу. Я никогда его не обманываю. Иногда я срываюсь, что естественно для людей. Ты иногда себя очень странно ведешь. Как будто это уже не ты, кто-то совсем другой. Кого я не знаю. Садись. Хочу забрать тебя отсюда. За это ты будешь делать, что я тебе скажу. Беги, я сказал! Я так больше не могу, я бы уже все отсидела и вышла. Я тебе дал свободу. Ты вот это все называешь свободой? Мама! Отпусти меня. Для тебя ничего не изменится. Она нужна всем. Мне нужно исчезнуть. Нужно сделать 3 паспорта. Надежда. В мае. Только на старт.